Здравствуйте, коллеги! С вами Исаков Роман, компания Admiral Markets, и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Сегодня пятница, поэтому мы поговорим о том, чем, какими событиями заканчивается неделя. В первую очередь обсудим ситуацию вокруг Китая, и также я расскажу о том, какие сделки планирую совершать, ну и в целом, безусловно, посмотрим на рынок. А перед началом напомню, что если вам нравится это видео, не забывайте ставить лайк и ваши вопросы оставляйте в комментариях. Итак, сегодня Трамп объявит свое решение относительно Китая. Вчера он отказался каким-то либо образом комментировать план действий, сказав, что все будет объявлено в пятницу. В этой связи в четверг мы видели некоторые сомнения на рынках. Сегодня фьючерс на S&P 500 продолжает снижаться, обновив минимумы четверга. Собственно, важное значение будет иметь то, какие шаги предпримет Трамп уже в этой связи. Уже месяц идут взаимные обвинения США и Китая. И как-то не похоже на то, что Трамп хочет договориться. Вполне возможно, что это все делается для того, чтобы вернуться к программе по отказу производства в Китае и перенести или в другие страны, или вернуть какое-то производство в США. Но, безусловно, в США это будет дороже. Также вчера на вебинаре с Александром Элдером Александр упомянул о том, что и Япония также планирует выходить из Китая и частично возвращать производство к себе или, ну, по крайней мере, в Корею. Довольно-таки интересная ситуация. Тем более рынки сейчас вновь на максимум за 2 месяца. Вполне вероятно, что коррекцию на этом тоже мы можем увидеть. Также в четверг Трамп подписал исполнение указ, направленный на дополнительное регулирование социальных сетей, вероятно, после того, как твиты Трампа были присвоены статус, не соответствующий фактам. А этот указ может обязать такие компании, как Twitter, Google, Facebook, модерировать все эти сообщения более жестко. Ну и, конечно же, в этой связи акции Twitter и Facebook упали к концу торговли четверга. Еще одну интересную статистику я хотел вам показать. Это статистика сделана на основе биржевой книги. Это, скажем так, сводка, информативная сводка, которую публикует Федеральная резервная система. И, собственно, в целом она говорит о том, что происходит в экономике и как она себя чувствует. Биржевая книга была опубликована 27 числа, и вот на сайте, который мы периодически тоже с вами смотрим, LP Research, был построена диаграмма на основе как раз тех высказываний, которые были в этой книге опубликованы, и которая фактически дает представление о настроениях участников. В первую очередь Main Street, то есть реального сектора. Собственно, сейчас мы видим то, что сентимент вот по данному индикатору зашел вновь в негативную зону, фактически вернулись к тем уровням, которые были в 2011 году. Но на тот момент, да, тут мы можем сказать, что тогда с 8 мы как раз восстанавливались, а тут-то теперь мы вот как раз опускаемся. Поэтому вот такое действие наперед, да, оно может говорить о том, что пока, возможно, в экономике не все так гладко, не все так в порядке. Да, мы видим колоссальный рост по IT-сектору, но компании старых экономик, скажем так, восстанавливаются не так быстро, и пока мы видим определенное замедление. Есть, безусловно, позитив на фоне отказа от локдауна, но на текущий момент пока он заложен на будущее, то есть рынок учитывает наперед. Но пока вот с текущих уровней, я думаю, что этот индикатор несколько запаздывающий, то есть он говорит о том, что думали, ну вот, по крайней мере, месяц назад, да, основные участники. Сейчас, конечно, ситуация может быть более позитивной. Ну а теперь давайте пройдемся по основным инструментам и посмотрим, какие ситуации есть интересные для торговли сегодня и в целом, что на рынке происходит. Евро-доллар, новый локальный максимум. Фактически здесь мы можем говорить о том, что вот этот боковик 1.09-1.07, он завершился, и евро переходит вновь в фазу роста. Поэтому покупки, как основная идея, здесь будут в приоритете. Но сейчас покупать я уже не буду. Из покупок я вышел. Да, сейчас я вижу, что несколько рано, но тем не менее свою цель я взял в этом. В отношении я чувствую себя в порядке. Поэтому сейчас мы видим новое обновление локальных максимумов. Заходить на покупки сейчас, ну, немножко рискованно, так как мы уже ушли от локальных минимумов. То есть риск стоп-лосса, он будет гораздо выше, чем на пару дней назад. Но тем не менее, то есть те коррекции, которые здесь будут возникать, я буду рассматривать для себя как возможность купить.
Ну а британская валюта пока находится в фазе снижения, делает попытки определенного восстановления. Поэтому сейчас, в отличие от евро, мы не видим сегодня локального максимума. То есть британская валюта уже 4 дня стоит возле максимума 26 числа. Собственно, пока мы не можем уйти выше данных уровней, но сегодня вот несколько корректируемся. Вполне возможно для того, чтобы набрать сил и этот уровень пробить. Потому что пока общий настрой, все-таки общее движение сохраняется восходящее. В принципе, если был хороший заход на покупки, и сейчас ваша сделка находится в плюсе, то ее имеет смысл держать со стопами за как раз за локальный минимум 27-28 числа. Вполне вероятно, что сегодня данный уровень можем и пробить. По паре американский доллар, канадский доллар. Вот с точки зрения торговой идеи, мне больше сегодня нравится вот данная валютная пара, потому что здесь мы видим последние несколько дней остановку вблизи области 37-34, снижение волатильности. И, собственно, сейчас, если пара сможет закрепиться выше максимальных значений четверга, то вот здесь как раз покупку я рассмотрю. Это будет контртрендовая сделка. Но, тем не менее, вот все факторы, которые говорят о сделке, опять же, если не произойдет сейчас, еще нет сделки, то как раз вот тут ситуация может быть довольно-таки интересна. Потому что в первую очередь буду смотреть за покупками по паре американский доллар, канадский доллар. Конечно, если мы сегодня обновим локацию, минимумы, то от этой сделки я уже, безусловно, откажусь. Пара американский доллар, японская иена переходит в фазу снижения. Сегодня обновили локальный минимум, довольно-таки резкий произошел спад. Ушли уже порядка, ну, 0,5% снижается валютная пара в этой связи, то есть вот тот боковик, который мы отмечали последние пару недель, его пробили вниз, соответственно, здесь мы говорим о вновь продолжении как раз нисходящей формации, и вполне вероятно, что до 106.05 можем прогуляться. Но с точки зрения сделок пока здесь, ну, наверное, только если увидим еще один возврат вот сюда, отсюда можно было бы продать, но пока вот входить по текущим ценам я точно в эту сделку не буду. Австралиец продолжает рост, новый локальный максимум, уже подходим как раз к минимальным значениям, которые были в феврале, 66-86, то есть общая картина сохраняется восходящая, в принципе, как цель среднесрочно, долгосрочно, это пока продолжать покупки, потому что тренд сохраняется восходящий. Собственно, покупать сейчас, опять же, рискованно, тут я буду ждать коррекцию, и вот после этой коррекции буду уже австралийский доллар и новозеландский доллар, об этом скажу дальше, уже тоже буду откупать. Но пока мы здесь видим движение восходящее. То есть несколько замерли мы тоже вблизи локальных максимумов 26 числа. Но вполне вероятно, что эти уровни сегодня пробьем. И еще один максимум мы увидим. Но уже без меня, без моей позиции. По новозеландцу картина тоже такая же. Следующий уровень как раз вот мы сейчас остановились на 66.20. Это минимальное значение, которое мы видели еще в конце 2019 года. Потенциал роста здесь довольно-таки неплохой. Но в целом тоже общий тренд здесь сохраняется восходящий. Поэтому как основная идея это поиск покупок на продолжение как раз роста, но не с текущих уровней, а, безусловно, по наименьшей цене, которую рынок здесь сможет предложить. А золото делает попытки восстановления. Собственно, тенденция, о которой мы говорили, как раз в среду вернулась на текущий момент к покупкам. И, в принципе, сейчас вот цели роста до 1763 вновь могут быть реализованы. Собственно, сейчас мы второй день, ну уже третий день и растем. Сегодня, если обновим локальный максимум, то получим еще одно дополнительное подтверждение. Поэтому здесь я ожидаю продолжения роста по данному активу. Ну а индексы как раз корректируются. Сегодня индекс DAX торгуется уже в негативной зоне по отношению к вчерашней торговой сессии. Собственно, сегодня мы уже на премаркете смогли закрепиться ниже минимальных значений, которые были сформированы в четверг. И тут я на всякий случай тоже поставил отложенный ордер с минимальным риском, буквально 0,5% на то, что цена вернется как раз вот сюда. Здесь я открою продажу и вполне вероятно, что небольшое движение, исходя здесь будет реализован. То есть вот как раз та коррекция, которая здесь может случиться. Фактически мы это так или иначе видим. То есть тот рост, который на рынке появляется, безусловно, наступает момент коррекции. Сейчас цена довольно-таки высоко. То есть мы видим, что инструмент перекуплен. Поэтому вполне вероятно, что вот с точки зрения реализации данной модели, опять же, сейчас у нас коррекция может произойти. Ну, здесь другой вопрос для меня. Если цена меня возьмет, то
собственно, в эту сделку я войду. Если нет, то буду искать уже возможность купить на моменте как раз завершения данной коррекции. А по S&P 500 также мы видим снижение. Фактически вот вчера тут день был закрыт максимальной неопределенностью по индексу S&P 500. То есть закрылись мы фактически на уровне открытия. И сегодня можем говорить о как раз также попытках нисходящего движения. Опять же, ситуация с Китаем вызывает большие вопросы, и вот, ну, по факту мы не знаем, что скажет Трамп, но здесь, тем не менее, я для себя тоже попробую открыть продажи, опять же, еще раз, ну, ситуация действительно может быть довольно-таки интересная, но, опять же, не по текущим уровням, а поставлю чуть выше. Давайте вместе поставим данный отложенный ордер, потому что да, я понимаю, что здесь сейчас фондовый рынок в целом он растет, да, то, что у нас движение может быть только вверх. Но в этой связи как раз вот те сделки, которые я провожу по акциям, они идут на покупку. То есть я постепенно каждый месяц покупаю себе в портфель американские акции, которые просели. Но определенные ситуации на коррекциях, там на акциях я не торгую. Но вот S&P 500 в том случае, если последует коррекция, он мне даст возможность как раз эту ситуацию отработать. Поэтому сейчас вот я поставил отложенный ордер довольно-таки неплохим объемом, то есть, но примерно на середине движения вчерашней торговой сессии, если мы зайдем сюда, то вот в эту сделку я бы присоединился, да, и попробовал тоже по S&P поторговать. То есть вот фактически сейчас по S&P сделка уже есть. Можно, да, пробовать ходить и по текущим ценам, но здесь я бы дождался коррекции, все-таки более интересную цену для себя попробовал бы получить. Ну, а завершаем тоже наш обзор нефтью. По нефти мы видим на текущий момент пока попытки начала восстановительного движения. То есть фактически сейчас мы видим боковик с прицелом снижения. Да? То есть, ну, вот уже коррекция здесь намечается. Поэтому пока здесь заходить в рост я не буду. В целом у меня куплена американская нефтяная компания, которая уже достаточно неплохо отросла за последние пару месяцев. Поэтому, ну, заходить в золото на продажу, заходить в нефть на продажу я не буду. А вот как раз когда закончится данная коррекция по фьючерсу на WTI, я как раз попробую тоже эти ситуации отторговать. Но вот сейчас пока присмотрюсь к тем уровням, когда завершится вот как раз данное нисходящее движение по нефти. Ну, фактически, когда мы завершим вот этот боковик. Вполне возможно, что еще там до 30, до 31 скорректируемся, и потом уже перейдем в фазу роста. Поэтому на сегодня это все. День может быть крайне волатильным, крайне интересным, поэтому продолжим наблюдать. Ну и, собственно, с вами увидимся в понедельник и обсудим, как ситуация на рынке сложилась и что интересного произошло. Не забывайте ставить лайки, если вам нравится это видео, подписываться на канал, если вы еще этого не сделали, ну и ваши вопросы оставляйте в комментариях. Всем желаю хорошего торгового дня, увидимся на следующей неделе. Всем спасибо и до свидания.